Сотрудниками ОМВД России по Ленинскому городскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий в деревне Лопатино задержаны двое уроженцев одной из республик ближнего зарубежья по подозрению в незаконном обороте наркотиков. При личном досмотре полицейские обнаружили и изъяли у них 598 свертков из полимерного материала с порошкообразным веществом. По результатам исследования было установлено, что это героин общим весом более 250 граммов. За что задержано? За наркотики. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 30 и статье 228.1 УК РФ. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.